Привет, я Андрей Хлывнюк. Это гостиница где-то под Краковом, рядом с заправкой. Это в руке бумажка. Написано «Отель Конрад». На бумажке надпись, которую дали турменеджеры. Два города я уже записал, а два еще осталось. И поеду в город, в старый город гулять, в надежде, что кто-нибудь узнает нашего виджея. И, в общем, записать мне надо очень простую штуку, но не получается уже двое суток. Антверпен, 11.11, концерт группы Бумбокс, приходите бегом уже сейчас. И Париж, можете себе представить, Париж, Бумбокс, 12.11. Что сказать еще надо? Если кто в Антверпене или в Париже, пожалуйста, милости просим.